Морские львы – одна из самых популярных достопримечательностей в Сан-Франциско. Ежедневно тысячи туристов приходят сюда, к пристани 39, чтобы посмотреть на этих животных. Они, конечно, очень симпатичные, но не всегда приветствуют человеческое любопытство. Согласно исследованиям, с каждым годом все больше серферов и пловцов погружаются в воды залива Сан-Франциско. А между тем, количество морских львов здесь с каждым годом тоже возрастает. Это, возможно, и есть одна из главных причин столкновения людей с этими животными. Некоторые испытывают свою судьбу, забывая о том, что морские львы здесь хозяева, а не мы. Я не раз видел, как люди пытаются приблизиться к животным в воде. Обычный защитный инстинкт, если человек оказывается слишком близко, и гормональные изменения в брачный сезон тоже влияют на поведение морских львов и могут вызвать агрессию. Но сотрудники парковых хозяйств Сан-Франциско не спешат с выводами. На самом деле мы не знаем, почему этой зимой участились укусы. Этот сезон, правда, бьет все рекорды. Последний раз мы наблюдали подобное поведение львов примерно 10 лет назад. После того, как в прошлом месяце несколько человек пострадали от укусов, на пару дней часть пристани для туристов была закрыта. Сейчас ограничения сняли, но эксперты по-прежнему на страже, не исключают возможность новых инцидентов. Простой совет для любителей поплавать в заливе – это держаться от морских львов на расстоянии не менее 20 метров. Наверное, нужно, так сказать, меньше нарушать их жизнь, и тогда все, не будут они кусаться. В случае укуса специалисты рекомендуют как можно скорее выйти из воды, чтобы избежать инфекции, и позвонить в службу спасения для оказания медицинской помощи. Тем же, кто любуется на морских львов с пирса, животные не угрожают. Делать их фотографии безопасно. Юлия Васильченко, специально для «Настоящего времени Америка», из Калифорнии.